Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем вещание. Сейчас в программе «На самом деле» будет гость из Германии. Ульрих Хайден, корреспондент немецкой газеты «Фрайтаг». И поговорим мы с ним о нескольких аспектах российско-германских, германо-американских отношений. Ульрих, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, первый момент, который вот «Джингл Вельт» газета написала. Глава МИД Германии предупредил: в Германии новая ракета США не ждет радушный прием. А объясните, пожалуйста, вот целый министр иностранных дел такое говорит, а протестов населения мы не слышим. То есть люди как-то абсолютно индифферентны. У всех свои дела, у всех свои проблемы. Угрозы того, что американцы поставят новые ракеты, нацеленные на города России, а Россия, в свою очередь, вынуждена будет взять в свой прицел немецкие территории, на которых эти ракеты будут стоять. Вот такое ощущение, что людей не интересует. Почему люди совершенно не думают о своей безопасности в преддверии, может быть, не дай бог, конечно, ядерной мировой войны? Но мне кажется, это потому, что действительно последние 4 года очень усилится пропаганда против России, русофобия, и это задержит и блокирует все нормальные дискуссии о мире, о сохранении договоров против вооружения, стратегического вооружения и наблюдения этих договоров, которые защищают мир. Это, понимаете, и это высказывание наш министр иностранных дел, мне кажется, это больше, честно говоря, ну, это такая, ну, он говорит это потому, что он знает, что действительно люди боятся войны, что люди, каждый человек понимает, если американцы поставят эти ракеты, это будет, это значит, что Германия находится в зоне российских ракет. И это, понимаете, есть такой еще момент популизм, потому что Трамп сейчас под огнем немецких СМИ, и частично даже наши политики его критикуют. И поэтому выглядит наш министр хорошо, если он говорит, мы такие мирные, мы вообще не хотим эти американские ракеты. Да? Но реально, конечно, есть еще, он реально говорит, это имеет какую-то основу, потому что 80-го года было такое мощное движение за мир, там забирались в Западной Германии, в Бонне, до 100 тысяч человек против дислокация Першинг-2, и этот Першинг убирали потом, когда Советский Союз тоже убрал свои ракеты средней дальности. Но, честно говоря, для меня эти слова от нашего министра, это только, чтобы немножко успокаивать люди, что люди знают, что это социал-демократическая партия, и его министр Масс, они заботятся за этот мир, который мы хотим все, может быть, перед Новым годом и перед, ну, как сказать, эти праздничные дни особенно об этом думают. Да? Но я только думаю, что вообще октябрь еще политики из нашего правительства еще говорили, если будет новый конфликт в Сирии, если там сирийская власть использует химическое оружие, надо сейчас серьезно думать о военном вмешательстве, штрафной акции, какой европейских стран в Сирии. Понимаете, эти слова меняются каждый день. Один день говорит о мире, а следующий день штрафные акции. Ну, понимаете, или другой пример. Меркель выступал в Страсбурге и сказал, нам нужно сейчас строить европейские армии. И сейчас даже наш министр фон дер Лайен хочет рекрутировать из других европейских стран солдаты, потому что Бундесвер не хватает солдатов. Понимаете, они очень там много идей, много планов, что создать европейские армии. Конечно, это очень долгий путь, но видно, что европейские элиты, особенно в Германии и Франции, они потихоньку строят свой военный потенциал, координируют этот потенциал.
И это не значит, что, может быть, многие русские люди надеются, наконец-то Европа становится более независимой. Нет, это только значит, что Европа будет больше тратить деньги за новые структуры. И эта структура, конечно, будет координировать свои действия с Америки в рамках НАТО. Из НАТО никто не хочет уходить, никто об этом не говорит. Ну, к российско-германским относительно Сирии отношения мы еще свернемся. А вот я о чем хотел у вас спросить. Удивительная штука — психологические конструкции, которые в головах людей выстраиваются. Конец 80-х годов. Михаил Сергеевич Горбачев жест доброй воли делает, доказывая своим западным партнерам, что Советский Союз более не опасен, мы не угрожаем миру. Мы настолько не опасны, настолько хороши, что готовы даже вывести свои войска из Восточной Европы, вывести из ГДР. ГДР и ФРГ объединяются, мы дарим немцам свободу и единство их народа в одной стране, но это было воспринято как сдача позиций, поражение Советского Союза в холодной войне и то, что русские, как говорит один молодой англичанин, должны заткнуться и отползти. И вот сейчас, когда русские, увидев в конце концов, что нас не просто обманули, а нас вытирают ноги, нас унизили, русские говорят: подождите, ребят, мы хотели к вам со всей душой, а вы в эту душу распахнутую плюнули, товарищи американцы. Поэтому сейчас мы вынуждены, понимая, что вы с нами не хотите дружить, мы вынуждены против вас защищаться. Мы вывели войска в надежде, что и Америка выведет из Германии, что Америка перестанет оккупировать Германию, освободит ее. Америка не освободила ФРГ, она захватила еще и ГДР. И вот сегодня мы с вами в ситуации, когда немцы занимаются русофобией, ненавидят русских за то, что русские агрессивны. Их СМИ так объясняют. А на самом-то деле русские не агрессивны. Русские просто реагируют на США так, как надо было реагировать, не доверяя партнерам. Вот как в этой ситуации быть? Как доказать немцам, что мы не агрессоры, что мы хотели немцам добра и дали этого добра немцам, но в ответ получили черную неблагодарность? Ну, в принципе, знаете, многие немцы, мне кажется, они понимают, что Трамп, который вообще, Трамп вообще мало поклонников в Германии, но из разных причин. Но правительство считает, он слишком эгоистичный, американский политик делает экономический. Многие, даже левые, считают, он слишком жестко против мигрантов. Значит, против Трампа, в принципе, почти все, поэтому Германия хочет, как сказать, делать свою политику, но не уходить от Америки. И это такая баланс, не знаю, непонятно. Но ваш вопрос, скажите мне еще раз, что я могу... Почему немцы не осознали жест доброй воли России, восприняв его за слабость? Что Советский Союз ушел не потому, что слабый и проиграл в холодной войне, а потому, что дал немцам свободу в расчете, что американцы со своей стороны тоже дадут немцам свободу, что вы станете независимым единым государством, не входящим в НАТО, и не будет там ракет, нацеленных ни на Америку, ни на Советский, ну, ни на Россию теперь уже. Ну, потому что нет опыта. Конкретную встречу между русскими и немцами, нет конкретный позитивный опыт, нет доверия, иррациональные страхи, которые каждый день укрепляются. И, например, даже успех русских дипломатов и военных в Сирии отмалчивает до максимума. Как сказать, сначала мы хотели там освободить сирийцев от диктатора Асад, и наша пресса об этом писала. А сейчас, когда даже курды зовут помощь сирийской армии, чтобы Турция туда не ходит, этот северный город там, об этом, конечно, это для немецкой элиты это очень трудно объяснить это все своим населением. Эти успехи в России
они стараются об этом вообще не говорить. И, но я думаю, многие немцы чувствуют это и чувствуют, что это что-то непорядка. Наша политика. И я думаю, но Россия, она все равно, если она, Россия продолжает этот курс, как сейчас, и если украинцы не мешают с какими провокациями, ну потому что, конечно, если какие еще будут какой случай, как Керчь, это будет опять у нас, ну все наши ястребы будут это использовать как опять как доказательство, что Россия агрессивна и непредсказуема. Но даже после Керчь я заметил, что сначала было достаточно нормальные СМИ, ну как сказать, достаточно неагрессивно. Но только потом они поднимались и опять всю вину на Россию положили. Да? Ну понимаете, это, что объяснить ваш вопрос, почему Германия не конец не хочет освободиться от этой американской гегемонии, это, понимаете, это после 45-й год, сколько лет уже прошли и сколько лет наша элита тесно работать с американской элитой, сколько экономических связей, сколько культурных связей, все это взаимосвязано очень, очень крепко. И создать новый нормальный патриотический немецкий политика, это очень, очень, очень нелегко. Но я вижу многие серьезные люди, которые вообще их невозможно обвинить, что они националисты. Они только нормальные немцы, которые за мир и за мирную политику и против войны, против России. Они в альтернативных СМИ, там есть много сайтов и авторов, которые выступают, не на официальном, но на YouTube. И они потихоньку поднимаются сил. Я думаю, это неплохо. Ну и все-таки вернемся к разговору нашего президента с вашим канцлером. Они поговорили прежде всего, конечно, о сирийской проблеме и о том, что есть такой четырехсторонний формат Россия, Турция, Германия, Франция. Был саммит 27 октября в Стамбуле. Решили, что будет конституционная комиссия, комитет, вернее, будет создан. И вот даже я читал, что Германия выделяет огромную сумму денег на восстановление Сирии. И вот хотелось бы в этом контексте понять, а насколько Германия сегодня готова действительно внести свой вклад в восстановление Сирии, в то, чтобы туда вернулся мир, и, в общем-то, позволить сирийцам самим выбирать, кто же будет руководителем этой страны? Честно говоря, я еще не вижу, у меня нет такой убежденности, что они действительно дадут деньги для инвестиций и для восстановления Сирии без как сказать, условия. Я имею в виду, Германия будет дать деньги, если она может это своим населением продать, грубо говоря, как успех. Да, мы от Асад, например, в этом конституционном процессе, мы будем, у нас какие успехи там, типа альтернативный кандидат Асад можно выбрать, это наверное, немецкие дипломаты хотят, что я читаю, это совсем нереально, потому что после победы, военной победы, я сам был в Сирии и видел на каждом перекресток плакаты Асад и вообще никакой признаки, что люди хотят уважать другой лидер. Но немецкие элита, я честно говоря, не представляю, что они действительно дадут деньги сейчас. Они, может быть, говорят это, но это только говорит в процессе дипломатии, чтобы показать свою, в принципе, готовность. Но второе будет, они будут говорить, ну, нам нужны успехи в этом процесс трансформации Сирии, демократический, не авторитарный систем и альтернативные кандидаты и все такое. Значит, я, честно говоря, не вижу, что там большие изменения немецкой позиции.
себе такую ситуацию, мы собираемся с Меркель, с Макроном и говорим: ребята, ну вот нам не нравится Хиллари Клинтон как кандидат, мы будем делать ставку на Дональда Трампа, это наш альтернативный кандидат, а американцы такие сидят, слушают Меркель, Путина и Макрона и говорят: ребят, а кто вы такие, а почему вы вмешиваетесь в право выбора американского народа выбирать себе президента? Вот то же самое сейчас сирийцы, слушая нас, могут сказать: почему мы, сирийцы, должны прислушиваться к вам и голосовать за ваших ставленников? Давайте мы сами разберемся, вот разные политические силы, и решим, как нам строить свою страну, кого нам выбирать президентом, и будет ли у нас вообще пост президента. Может, Аятолла будет, может, просто вот будет парламент и парламентская республика. Но я думаю, я не большой специалист по Сирии, но я думаю, после такой длинной гражданской войны с многими жертвами, конечно, сирийский народ должен обсуждать, почему произошла эта война. Это только внешние вмешательства или были какие внутренние проблемы, которые мы не решили? Бедность, экономически жесткая политика, которая привели люди в бедность, но это должен сирийцы сам решать. И мне кажется, любой народ, который чувствует, что другое государство вынуждает им и сильно рекомендует, это бесполезно, я думаю. Даже, например, в России, например, деятельность негражданской организации в России. Я не скажу, что все эти организации делают очень плохую работу, но они действительно часто поднимают темы, реальные проблемы в тюрьмах или социальные проблемы, или инвалидами. Но одновременно это факт, что если эти организации получают деньги из Америки, это все равно это какая поддержка американских интересов. Америка бесплатно не спонсирует никакая организация. Мы видим результат в Украине, как эти NGOs, как сказать, получили деньги и потихоньку перемешали, Украина делали почву на это Майдановской революции. Да? Смотрите, я вот о чем хочу спросить. Представьте себе парадоксальную и совершенно невозможную ситуацию. В Германии тоже есть масса социальных вопросов и проблем. Есть линии разграничения и трения между группами, между христианами, между мусульманами, между натуралами и гомосексуалистами. И вот представьте себе, НКО работают, российские, американские, саудовско-аравийские, какие угодно. И они вносят раскол в жизнь общества. В конце концов, возникает гражданская война. Лейпциг идет на Гамбург, там еще кто-то с кем-то дерутся, сражаются, боевики, оппозиция, хорошая оппозиция, плохая, радикальные исламисты, радикальные христиане, рубят друг друга, головы режут. В конце концов, канцлер Германии обращается к кому-то с просьбой: помоги, наведи порядок. Прилетают самолеты, ракеты, террористов уничтожают, потом садятся и говорят: а кого же будем выбирать? И тут собираются французы, американцы, русские, еще кто-нибудь. И вместо немцев опять-таки решают: а кого же мы назначим канцлером Германии? И вот... А у меня вопрос, а почему немцев никто не спрашивает? Немцы успокоятся и сами решат. Вот сейчас сирийцы успокаиваются и сами решают. Тут очень важно им не мешать. Мы их в Сочи собирали, приехали люди с разными политическими убеждениями. Они там спорили, их закрыли в помещении, не влазили туда никто, не мешали. Они потом вышли и сказали: по многому договорились, во многом еще есть вопросы. Сырая пока эта тема Конституции, но мы готовы. И вот люди готовы наводить порядок. И здесь сейчас очень важно людям не помешать, не вбивать клинья туда, откуда мы их с таким трудом совместно повытаскивали. Очень хочется, чтобы в Сирии наступил мир. Хочу еще добавить, может быть, ваши слушатели не знают, что Германия сейчас стал член Совета Безопасности. 2 года, мне кажется, там есть постоянные члены безопасности, Совета Безопасности, и не постоянные. И цель немецкой дипломатии сейчас, что Германия становится постоянный член. Они создали такой
инициатива, что вместе Индия, Япония и Бразилия и Германия, потому что это весомый экономический, есть у них такой вес, и этот вес оправдает, что они будут постоянные члены этого Совета Безопасности. И поэтому наш министр Маас выступает сейчас огромными инициативами и словами, что он сейчас хочет там бороться, что все эти договоры по вооружение, что они сохранены, и что нет американских новых ракет в Европе. И все такие хорошие слова, и еще для женщин он хочет бороться в мире, и какие социальные вопросы хочет решить, но чтобы Германия выглядит, как сейчас уже выглядит, как совсем мирный и не испачканный страна. Но это я только знаю, что это один, понимаете, наша страна имеет два лица, да? Но это такой милый, хороший. И один не очень хороший. И это не очень хороший, она тоже есть, и она иногда видна. Когда, например, они говорят о создании европейской армии. Зачем, какими целями, куда они хотят лезть, об этом не очень хотят говорить. Ну, у каждой страны есть несколько лиц. Есть для кого-то они хорошие, для кого-то очень плохие, для кого-то даже подлые, кровожадные и коварные. Тут не будем глубоко ни в историю вдаваться, ни в политику. Я очень хотел бы, Ульрих, пожелать вам в новом году всего самого доброго, вам, вашим родным, близким. И с надеждой спрашиваю у вас, готовы ли вы в 2019 году также часто появляться в наших эфирах, потому что с вами очень и очень интересно общаться. Спасибо. Я вам тоже желаю всего хорошего, вашим командам и людям, которые живут в Крым, где был часто. И, конечно, я буду с вами сотрудничать, мне это интересно. И надеюсь, что немножко информации передаю, которые невозможно найти на другом месте. Спасибо. Спасибо огромное. Удачи. Всего самого доброго. До свидания. До свидания. Пока. Итак, дорогие друзья, подошел к концу очередной наш эфир. Мы отойдем на несколько минут, передохнем, подышим воздухом, вернемся и продолжим. Пока.